котик, у меня писька! У меня писька, не надо, не трогай, отстань, отстань, у меня пися, мужик, у меня пися, пися, знаешь, что такое пися, это писюн, писюн, писюн. Всем привет, добро пожаловать на мой канал Дилька Плей, я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Outlast 2, а именно в дополнение, которое называется, ну, ты понял, как виси блюты, что-то, веселые блюдцы называется дополнение, я так сказала, потому что я могу так сказать, если тебе что-то не нравится, дверь, вон там дверь, можешь выходить, хотя нет, шучу, оставайся со мной. Я просто немножечко шаль. Ой, блин, мы закончили в прошлый раз на вот этом, вот, да? Нам что, куда нашему юному видеоблогеру идти? Наш видеоблогер идет куда? А здесь что-то темно. А почему здесь темно? А да мы давайте сюда. Ой, что это такое? Что за подлагивание? Ой, братишка стоит. Направляйте к административному блогу, чтобы выбраться. Что-то рисует там. Вот это я понимаю, художник, наверное, рисует какие-то надписи аниме. Давайте посмотрим, что думает наш герой. Место выглядит как психиатрическая больница. Да ладно, ты только сейчас догадался. Кто-то, похожий на священника, рисует инструкции на стене, рассуждает о боге, говорит мне не бояться. Как же я мог быть частью этого бесчеловечного, движимого, алчного, нравственного геноцида? Монстры мэрков, пытающие умы. Как далеко пойдут их черви-юристы, чтобы защитить интересы компании? Их же собственные работники были бы выпотрошены. Я никогда раньше не молился, Лиза, но если какой-то там эгоистичный бог-интроверт слышит меня, пусть убьет Джереми Блэр до того, как я умру. Здравый смысл и жадность не существуют боли, которые он не заслужил. Здесь нет радио, нет надежды связаться с миром, только побег. Но может быть нам повезет. Так это священник, да, получается? А, это он оставляет послание, короче, нашему другому герою, который был в самой первой части. Ну хорошо, нам-то что, у нас тут он вкусно, мяско, как бы, что... Дядька, он прилег, устал после смены, лежит, отдыхает. Он, по-моему, обделался перед смертью, но вообще-то для людей нормально. Когда люди умирают, то у них расслабляются мышцы, и как бы они либо описываются, либо обкакиваются. Так, спокойно. Кто это здесь молится? А, это кто-то там в толчке. А куда мне идти? А, это ты, что ли, тут сидишь? А, ну я тебя трогать не буду. Я тебя трогать не буду. Оставайся здесь. Все, сиди здесь, братан. Я тебя оставлю, я чё? Я добрый мальчик, подождите, а я не понял. А как мне тогда быть? Я могу вот эту штуку открыть? А, могу. Здравствуйте. А я думала, что я к вам не могу попасть. Вы же добрый священник. Ну ты же рисуй. Ну ты рисуй. Пой песенки, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ты только меня не трогай. Ой, это мне сейчас вниз, да? Блин, я помню, что там внизу обычно... О, нет, выход. Я хочу на выход. Можно пойти на выход? На выходе будет так хорошо. Вот блок А. Подожди, стой, 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 стой. Я человек. Подожди, что ты закрыл? Зачем ты закрыл? Братан, мог бы открыть-то. Зачем ты закрыл? Ну там же был выход, прикинь, он мне закрыл дверь. Не, вообще можно вернуться туда, где там пацаны были, но я туда не сильно горю желанием идти. Они там вот это вот кричат, вот это вот верещат, у них там истерия. Хотя можно там найти какой-нибудь документ. Ладно, давайте я схожу, потому что нам очевидно вот сюда. Очевидно, что нам в эту темную жопу. Пошли посмотрим, что там у пацанов в блоке психиатрическом происходит. Это было где-то вот здесь. Да, у них там, видишь, какая-то фигня происходит. Или это здесь? Ну, я сейчас загляну. А! Во, видишь, здесь документ. Да никто на тебя не смотрит. Никто на вас не смотрит, пацаны. Серьезно. Успокойтесь. Как смотреть документы? А, вот, отставка Вейлан Парка. Ну, мне кажется, здесь ничего не интересно. Подумаешь, там, типа, отставка и отставка. Жена Лизы Парк, ее сына, я сообщил... А, это опять, это про меня пишут. Подожди, вот, выкинутая прибыль, новый. Рик, было замечательно съездить на природу на прошлой неделе. Короче, они еще и откат какие-то делали, да? Ну хорошо, делали и делали. Я сейчас просто посмотрю, что здесь есть. Да спокойно, не кричите, не кричите. Я просто посмотрю, что тут есть. Ну да, не видишь, друг на друга там кричат. Здесь можно, если что, прятаться. Ладно, все. Да хватит кричать. Спокойно, не кричите. А чё, этот, священник-то ушел. Священник-то взял, ушел уже. Прикинь, под шумок, пока я здесь это лазю. Ну такой под шумок, типа, ну я пошел. Эх, не нравится мне эта психиатрическая больница, как в первой части мне не нравилось, так и в этой части мне не нравится. Здесь происходит какая-то дичь несусветная. Сейчас, наверное, еще придет вот этот поросеночек, либо доктор Пилюлькин, который будет меня хотеть распилить. А я не хочу быть распилитым, я хочу попасть домой, меня жена ждет. И сын у меня, оказывается, есть. Так, а куда мне здесь идти-то? Подожди.
Тут же, вот он, проход, конечно, ну ё-моё. Здесь кто-то шкафчики открывал. Кто-то зачем-то открывал шкафчики. Сюда вряд ли я могу пройти, но так туда хочется, там свет горит. Прям манит, манит. Я как мотылек. Да и... не надо! Не надо! Ой, он за мной бежит. Это кто, поросенок? Подожди, я не хочу оборачиваться. Куда бежать? Направо, налево. Я не знаю, куда бежать. Подождите, стойте. Да что это такое? Да, да нельзя же так делать. Ой, блин, все, в дыровку, в окошко. Все? А что с батарейкой? Что села с батарейкой-то? А с батарейкой? А я могу назад вернуться? А все. А раньше надо было. А я на крышу попала. А прикинь, за мной побежал. Ладно, мы с тобой на крыше. Мы спускаемся. Мне кажется, не очень хорошая мысль спускаться, братан. Ну что ж ты глупый такой? Вот, подожди. А, она закрыта так? Я думала, она открыта. Ну ладно. Темнота. В темноте, конечно, страшно. Главное, ни на кого не напереться, понимаешь? В темноте, а то будет чревато пересером. А я не знаю, куда здесь идти. Я просто иду куда-то. Ищем какие-нибудь секретные проходы с вами, ребят. Рано или поздно мы что-нибудь найдем. Вот, смотри, дверь. Да? Во, видишь, как хорошо. Давай заменим батареечку. Батареечка садится. У меня, в принципе, батареечек вроде бы как нормально. 6 из 10 штук. Ой, тут свет есть. Какая-то, что ли, котельная или что-то типа того. Есть какие-нибудь батарейки? А если найду? Ой, канализация. Люблю я это место. Там женщины всякие протекшие. Ой, что может быть хуже? Не, ну здесь же сейчас никого не будет, правильно? Хотя, мне кажется, очень даже может. Это то самое место, в котором хорошего вечно не происходит. Тихо, тихо, тихо. Все нормально. Смотри, здесь вон свет горит. Смотри, светло. Подумаешь, электричество. Ну, давайте мы просто сюда посмотрим. Нас сюда зовут, да, с тобой? Я никому не буду помогать. Я никому не буду помогать. Пошли в жопу. У меня своих проблем хватает в жизни. Я никому помогать не буду. Мне бы кто помог. Ой, документик. Документик это хорошо. Убей нас, сожги здание. Здесь находиться хуже, чем умереть. Убей нас, убей нас. Ой, там кто-то прошел. Здрасте, вы кто? Подожди, стой. Ну ладно, лучше с ним не дружить. Может быть, он конченый. Конченными людьми лучше не дружить. Я попробую сейчас здесь, конечно, потеребить. Но что-то мне... да, подсказывает, что меня сейчас током долбанет, поэтому нужно идти в обход. Пойдем в обход, вижу дырку, иду в нее. Это наша с тобой тактика просто на всю жизнь. Мне нравится ходить здесь с камерой, потому что, как ты знаешь, поспокойнее, когда ты что-то фильм снимаешь. Если что, понимаешь, что у тебя будут доказательства, и говнюк, который хочет тебе там что-то сделать, ты ее заснимешь, его рожу 100%. Все хуже и хуже, да? Так подожди, это куда это мы идем? Какой-то подожди, я круг сделала? Нет. Не знаю. Какая-то новая котельная. А, похоже на мастерскую, знаешь, на самом деле. Но руки здесь можно помыть, по крайней мере. Тихо, не страшно, не страшно. Не страшно. Не напугай, что там? Пацаны! Я, конечно, не осуждаю, но это очень странно. Неужели ты не нашел более приятного места, чтобы сделать это? Ну, я понимаю, тебе, наверное, нравится, но, братан, ну... о, ладно. Может быть, это его фетиш просто. Ну, знаешь, фетиши бывают странные. Это что, это выключатель, да? Сейчас станет темно, как в жопе, да? А он там еще все еще теребит своего червя, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, what the fuck. Хватит тут дрюкать себе письку. Прекрати дрюкать. Дрючит он там. Надрючивает. Своего маленького червя. А если он как бы, ну зачем? А потом что он будет делать? Ну молодец, сделал ты дело, а дальше что? А дальше как бы это самое. Не понимаю я, в чем кайф. Ну тогда взял бы какую-нибудь там дырку бы в них выковырил. Всяк приятнее было бы. А куда мне, по-моему?
Да, вот сюда и вот к этой штучке. Здесь теперь темно, как в жопе. Ну ладно. Да ладно, чё, кто-то включил? Подожди, а как читать? Я забываю, подожди. Вот, горящие огни. Электроэнергия все еще есть. Электричество. Мне нужно подумать, Лиза. Я думал, что электричество это доказательство того, что что-то, какая-то человеческая сила все еще контролирует небольшую часть лечебницы. Маунт Мессив. Но никакое человечное или здравомыслящее создание не может делать здесь ничего, кроме как выживать. И то не очень долго. Ты всегда была моей самой разумной, Лиза. Ты бы сказала успокоиться, взглянув на всю картину целиком. Сумасшествие и бесчеловечность управляют в этом месте, чтобы не контролировать электричество. Оно пытается заманить меня в ловушку. Может, стоит выключить? Подожди. Так оно теперь снова... То есть, хочешь сказать, что это на время, да? То есть, это говно на время, получается. А я-то думал, как бы не на время. Ну ладно, раз на время, то я сейчас попробую, конечно. Я-то думала, что... А может быть, этот писюган, который письку свою дергает? Ты что, вышел, что ли? О, нет, он закончил и решил это, или его кто-то это самое с ним что-то сделал. Не, его здесь нету. Ладно, я дерну. А, господи, придурочный! Твою мать, иди нахер, я не буду, нет, я не буду от него прятаться, я побегу. Я убегу, блин, да какого они так резко подходят к моей этой персоне? Прикинь, он мужику кайф испортил, мужичок себе там и своего удава душил, душил, не додушил. Обидно, наверное, блин. Такой, прикинь, душишь, 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 что толку-то что? Открывай нахер дверь. Побежал, побежал куда-нибудь там, где-нибудь дырку-то пройди какую-нибудь. Во, все, входим сюда, все. Ха, лошар, дверь закрой. А потом выделываемся и жопы там показываем, и крутим всяким. Это я где? Очевидно, я в какой-то жопе. А, мы сверху. Мы сверху над вот этой вот фигней. Но я пойду на свет. Ты меня, конечно, прости, но я иду на свет. Мне нравится ходить на свет. На свету хорошо. А тут, по-моему, дырка, да? Ой, Валеридер. Не-не-не, все-все-все. Я иду в другую сторону. Все, в другую иду. Я иду в другую, все, извини. Я иду в другую. Все, ой. А если он сейчас ко мне придет? А-а-а, меня не пустили сюда. Блин, варлидер, пошел в жопу, пожалуйста. Можно я без приключений просто дойду куда-нибудь и все? Или ты там дышишь? А может быть, он просто куда-то пролетел? Да, он просто пролетел. Он мой пацан, он дружит с нами. Он не будет нам ничего такого творить плохого, понимаешь? Он просто видит, что мы мученик, такой же, как и он. И все, и мы просто берем, проходим. Главное вовремя убежать, и все. Остальное не важно. Вот я вижу дверь в конце туннеля, наверняка там выход. Ага, размечталась. И что здесь? Ну, здесь, в принципе, хорошо. Не нравится мне эта дверь. Сейчас что-нибудь здесь откроется. Здесь что-нибудь? Это кто? А, это какая-то тележка. Я думала, может быть, она там что-то даст. Страшно! Ой, это улица. Все, мы что ли прошли насквозь? И куда дальше? Вот сюда? А может быть, не надо? Мне кажется, там в воде может что-то быть. Вон там уже в воде что-то лежит. Здесь, по крайней мере, всякие трупики там, вот это вот. Трупные яды, вон бутылки всякие. Кто знает, что... Ты кто? Подожди. Это кто-то ко мне сюда в водичку залез? Подожди, серьезно? Кто-то залез ко мне в водичку ножки помочить? А, может быть, это... А, может быть, такого-то скинули просто? Чей-то трупик скинули и все. Ну да. Просто кого-то скинули. Можно ж не бояться. Вылази, братан. Как вылезть-то отсюда? Видишь, видишь? Не надо бояться, это всего лишь кто-то камушек кинул. Знаешь, детки любят кидать камушек в водичку, и вот кто-то кинул. Все. Фигня вопрос. Так, а как пройти-то здесь? А, вот она дверь. Я думала, здесь будет какая-то дырка, раз сюда кого-то кинули. Кто-то просто играется, понимаешь? Один теребит своего гуся, второй кидает что-то. Так, я так понимаю, нам сюда. Кто-то нам заботливо... Зачем ты спрыгнул? Ну зачем? Ну, чувак, ну зачем?
Это было бы очень легко. Я в это больше не верю. Раскрыть правду. А нет правды, только ложь, которую мы проживали слишком долго, чтобы теперь повернуть обратно. Это наши дети, Лиза. Я бы выбрал легкий путь наружу, если бы это было не для мальчиков. Проклинаю это место. Я вынесу все, что угодно, чтобы выбраться отсюда. Ну, вынеси. Желательно вынеси себя. И не вперед ногами. Ой-ой-ой, что-то здесь такое себе. Ня-ня-ня. Офицер полиции, а у вас есть что-нибудь там, какие-нибудь батарейки? Нету? Ну ладно, я хотела, думала, сейчас найду, но что-то вы мне ничего не дали. Я не знаю, я не буду закрывать дверь, мало ли мне придется сейчас убегать. Так, я слышу Вальридера, он там дышит на меня. Я не хочу, чтобы ты на меня дышал, у меня нет вот этих вот склонностей к любви к духам, чтобы они там на меня дышали, не надо. Я хочу, чтобы мне на ушко дышала моя жена. Я вот только от этого прихожу в экстаз, понимаешь? А когда мне дышат на ушко какие-то призраки, мне не нравится прыжок, мало. Дебил. И такое бывает. И такое бывает. А, не допрыгнул, ножку подвернул. Ну, всякое бывает. Знаешь, запнулся. Запнулся, братан. Но здесь вроде бы не страшно, поэтому давай, не бзим. Сейчас у меня все получится, знаешь. Как бы есть вторая попытка всегда. Есть третья, и четвертая, и пятая, и... Опа! О! Видишь, как хорошо. Видишь, Спокойно! Что ты там дышишь? Не надо. Куда я поднимаюсь? Это какой-то маяк? Или что это такое? Я не помню вот этого в первой части. Хотя я была так там напугана, что могла просто-напросто забыть. Я видеоблогер просто, я уже снимаю 56 минут. Представляешь, 56 минут я просто снимаю это все. Ну, полезли наверх, что? Нас зовет красная лестница куда-то выше и выше. Возможно, мы сейчас тоже спрыгнем. И это будет хороший конец. Наверное. Такая, знаешь, одна из альтернативных концовочек. А что это, вода? Водяная башня, что ли? Здесь водичка? Сохраненишко. Ой, смотри, горы какие красивые. Прям курорт. Если не учитывать всех обстоятельств, которые здесь происходят. Я вот вижу вот там вот наверняка выход. Там вот вход был в эту херню. Это мне надо сейчас прыгнуть? Кавабанга, Карл! Держись, держись, давай, 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 тянись, 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 тянись. Не надо, там далеко высоко падать, давай. Нет! Ой, дурак. Куда ты упал? Спина, прощай, спина. Реально же, без спины можно остаться так, братан. Зачем ты так? Ну, сейчас ты будешь мне тут помирающий ходить. Посиди под столом, отдохни. Только громко звуки не издавай. Тут кто-нибудь на твои звуки может прийти. Там всякие любители души змеи или, я не знаю, распиливатели. Частей всяких. Ой. Чего? Здесь женщина, что ли? О, ребята. Походу, здесь женщина сейчас будет. А почему ты говоришь, как женщина? А почему он говорил, как женщина, а он мужик? А я думала, это реально бабка какая-то мне мораль читает. Типа такая... Я бабушка, я бабулечка. Я что-то читаю там тебе какую-то молитвулечку. Я тушь обрадовалась, сейчас женщину видим впервые в этой игре. А ни хрена подобного. А, нет. Не-не-не, есть здесь бабка, я тебе говорю. Вот она. Нет? Какая-то полоумная старушка здесь сейчас будет. Бабушка, это твоя метла? Ты ведьма, что ли, из Гарри Поттера? Куда идти-то? Вот сюда ползти? Я могу, я ползу. Блин, здесь какой-то лабиринт, мать его. Я пока вот здесь проберусь по этой жопе, я здесь заблужусь, я тебе отвечаю. 500 тысяч раз я тут буду это самое блуждать и пытаться что-то найти. Куда-то вот я иду, иду, но надеюсь, я куда-нибудь... Какой нахер женишок? Кто-то со мной рядом разговаривает, нет? Пошла нахер! Бабка! Ты что делаешь, полоумная, ты мразота? Давай дружить. Я мужик, ты баба. Мы найдем чем заняться. Чего? Это кто это? Это какой-то дядька повешенный. И чё?
обратно внутрь. Чем сильнее я пытаюсь сбежать, тем глубже вязну в этом месте. Мертвые больше меня не удивляют. Суицид кажется мне разумным. Ну так давай, сделай суицид. Дядька вон отошел уже, ему хорошо. А тут какая-то еще полоумная старуха ходит. На... Опа. И если они... Если поймают нас, то дадут нас ему. Человеку внизу. Чел, очень плохо. Очень плохо. Боже, о боже. Да ты меня до усрачки чуть не напугал. Спокойно. Кому они нас отдадут? Бабки, что ли? О, исчез. Я не боюсь бабки. Я бабки не боюсь, эта бабка должна меня бояться, потому что у меня есть... А... Kill the rats. He's here. Inside the walls. Kill him. Чего? This idiot wants the guy. Это женщина или мужики, я не понимаю. Я здесь не смогу пройти. А, вот сюда могу пройти. Так как мне отсюда выйти-то из этой жопы? Во, смотри, какая-то дырка. Вот в дырку я люблю. Дырки это для меня. Поменьше сделаю специально дырочку, чтобы никто мне не мешал, не заходил за мной. Здравствуйте. У меня так батарейки все кончатся с вами. Пацаны, может быть, давайте заканчивать вот эту всю херню. Там протекает. Что протекает? Пацаны. Протекает женщина, походу, какая-то. Я тебе отвечаю, тут реально сейчас тёлку какую-то встретим, протекающую, судя по всему. Но я ее вроде бы обошла. Блин, закрыто. Дальше здесь бродить, что ли? О, боже. Ну, у меня реально кончатся так все мои батарейки. Я так долго их собирала. Чё за бабский тут этот самый притон? Я реально, что ли, в бабском каком-то общежитии, что ли? Вы здесь, что ли, что-то там читаете за этой, за простынкой? У вас там что-то какой-то клуб по интересам? Сейчас как зайду. Ну и что там у вас? Ну, труба. Давай, залезай сюда, братан. Да лезь ты, дурачок. Выключи. Тут светло. Вот не надо было. Подожди. Стой. Братка, подожди. Стой. Да. Где дверь-то была? Где твоя мать? Здесь дверь только что была. Так, куда дальше-то? Куда дальше-то? Подожди, стой. Ага, перепрыгивай. Так, куда-то аж надо попасть, вот сюда. Я не знаю, как я нашла вход, но я рада, что я его нашла. Все, нахер пошел, ты сюда не залезешь, тупой тварь. Понятно, ты сюда не залезешь, потому что у тебя интеллект для этого не развит, ты амеба. Понятно? Блин, да чё ж меня все хотят сожрать здесь? Сраные бабки. Ёб твою мать. А вот и наша невеста. Какая нахер невеста? Ты чё, дура, что ли? Какая нахер невеста? Ты чё? Придурочная, что ли? Что это за швея-мотористка тут сидит? Это реально швейный тут блок какой-то? Чё шили? Платье? Блин, вот мне бы сейчас вот бабы тут не хватало для полного счастья. О, боже. Походу, у меня сейчас будет женщина. Моя первая женщина в этой игре. Человеческое тело извечно изогнуто, как в момент рождения. Человек не в состоянии видеть такие вещи, не изменившись непоправимым образом. Лиза, я был с тобой, когда оба наших мальчика появились на свет. До недавнего времени это было самое удивительное, что я видел. Полностью за пределами разумного понимания и все же. Так или иначе, с тех пор являющийся центром всего, вот что я верил. Ты всегда говорила, что у меня нет фантазии. Но недавно я расширила же свои горизонты. Как же все это возможно? Что здесь происходит? Ну теперь я знаю ответ. Деньги, выгода, вещи, которые мы творили просто потому, что были способны. Да! В смысле? Это ее же голова? О!
Ну, мы нашли женщину. Здоровайтесь, это женщина. А это что? А, я думала... А чё они ноги запихали? Ноги было бы смешнее. Типа, привет Панину. Все дела. Жаль, не все поймут. Welcome home написано, да? Спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Блин, сейчас за мной какая-то извращенка, да, будет бегать? Любительница покромсать, порезать. Можно я просто отсюда уйду, пацаны? Мне ж ничего не надо. Вот мне бы батареечку найти. Было бы так хорошо найти в этом говне батареечку. А тут никаких батареечек-то и нету. А у меня всего лишь 4 осталось, представляешь? А тут так темно. Я могу, в принципе, идти в темноту. Но я уверена, что я куда-то далеко, я не уйду. Ладно, идем по стеночке. По стеночке хорошая тактика. На самом деле. Куда мне здесь надо попасть? А, вот дверь, наверное, она открывается. Медленно от... В смысле? Ой! Привет. А ты не хочешь дверь открыть? А почему он не хочет открыть мне дверь? Так. Это жених? Он хочет, чтобы я была его невестой, да? Подожди, я не невеста. Братан, я не невеста. Я не невеста, я мужик. У меня писька есть. У меня сосиска, понимаешь? Я мальчик. Вот это я попал. А куда? А, он, наверное, ту дверь открыл. Ты моя невеста. И если честно, это Егор Крид. Это Егор Крид просто. Так, пошел нах. Я ухожу, я ищу дверь. Это моя дверь, я иду сюда. Так, welcome home. Да-да-да, а куда дальше? Открывай нахер дверь. Все, бежим, бежим, бежим. Ой-ой-ой, тут прям платье, я смотрю. Тебе прям нравится, да, вот это? Открывай мне дверь. Пошел в жопу, чувак. Я не буду на тебе жениться. Давай, двигай быстрее, быстрее. Быстрее, открывай нахер дверь. Это что это такое здесь? Ёб твою мать. Я из одной жопы лезу в другую жопу. Я буду просто, если что, бежать. Окей? Пусть он там поет свои песни, хоть опоется их. Спокойно, он сейчас сюда войдет. Да? О боже, о боже. Куда ж мне идти-то? А эта дверь открывается? Нет. Капец. Чё так страшно-то? Чё так страшно? О, я вижу дверь. Блин, ну что может пойти не так? Нет, ну я вообще считаю, могли бы на самом деле на этом мужичке бы и жениться. Зато бы он больше за нами не бегал. Он бы нашел свою невесту, был бы счастлив, понимаешь? Да чё музыка такая страшная? Нихера ж не происходит. Во, смотри, это кухня какая-то. Всего лишь кухня. Ой-ой-ой. О. Давай, отодвигаем эту штучку. Давай, открывай. Подожди, стой, 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 братан. Ну не на... Ну я не хочу тебя, я не хочу, я мужчина, у меня не в чем носить ребенка. Мне не в чем носить ребенка. Ты что, дура, что ли? Мне не в чем носить ребенка. Ты окстись. Нет, не надо, не надо, нет, потрогай, не надо, не трогай меня. Я мальчик, у меня пыска. У меня пыска,
не надо, не трогай, отстань, отстань, у меня пися, мужик, у меня пися, пися, знаешь, что такое пися, это писюн, писюн, писюн. Где он? Ой, я не... Ой. Ой-ой-ой. Да вставай, ты придурок, что ты сел, встань! Встань, дебил, вставай! Чё ты сел, дятел ты Вуди, пекер? Ёб твою мать, сел он нахер! На жопу бы ты ровно сел свою тупоголовую, тупоголовый ты придурочный кретин! Нахрен ты сел, присел он! Дебила, кусок! Иди быстрее там открывай тут полапалку! Понятно? Двигай эту херобору, быстрее двигай, 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 бляха, двигай. Ёб твою мать, открывай эту дверь, етить твою мать. Все, фух, бляха. Писька какая-то, кошмар. Все нахрен, прыгай туда. Разбежавшись, прыгну на лестницу. Все, чудесница. Нет, держись. Да почему? Да еб твою мать. Ну, все, минус нога, да? О боже, ты в порядке? Да нет, братан. Скажи, что с тобой все в порядке. Ненавижу мысль о том, что ты страдаешь без меня. Зачем тебе делать с собой такое? Иди нахер. Ты бы лучше умерла, чем была со мной. Чувак, ты извращенец. Тогда сдохни. Ну, слава богу. Я лучше умру. Я лучше умру. Ой, а что делать? Мне надо успеть выйти, да? Успели. Фух. В общем, вот такая получилась серия. Как она тебе? Пиши в комментарии. Что-то я прям это... Перенервничала. Как-то, да. Налегло. Увидимся уже очень скоро. Пока.